По итогам мониторинга организации дорожного движения по улице Пушкинская сотрудниками департамента транспорта была разработана схема, которая предусматривает ограничение стоянки и остановки транспортных средств на участке Пушкинской от улицы Пантелеймоновской до Большой Арнаутской. Основной причиной изменения дорожного движения является большое количество как личного, так и общественного транспорта, который стоит в больших заторах именно на этом участке. Поэтому такая схема уже разработана, согласована с полицией и коммунальной установкой СМЭП. Начинается установка знаков, предупреждающих об изменении организации дорожного движения. И, кроме того, будет производиться демаркация старой разметки и будет установиться новая разметка.